Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Жано Самаюктам Бинда Банам Манохарам Ванча Калпатарува Шаки Пасинду Бевачу Патитанам Павуне Бхавишна Бибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вача Ланг Пангун Ланг Хайтагирин Ятки Патамаханг Банди Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидев Вайпиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвайи Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарум Чайва Нараттама Девин Сарасватин Васам Тато Жайо Мудира Чанкиртане Кришна Катхопадеша Гаурия Патрасья Пракаса Нича Садану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Варуна Дхайям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сарагням Витат Пихам Панутопал Бхавад Дипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ят Пада Паллава Накачандамани Чатая Бисфуриджи такамапигабхавадушва дарши Пурнану радура сасагра сара мурти Сарадхика мои када кипам карас Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Шиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужау канака бадату Санкиртанай капитару камала хитакшо Вишам бару дижавару жугадхарма палау Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Тада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вивуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пхарам Варанаси Пурапати Бхаджаби Шанатам Вагиша Джошу Бадане Лакшмир Джошу Чавакшаши Джасьясте Десамбит Вам Нишинга Махамбаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рам Рам Харе Харе. О
Amitapurne Kamikita Sankule Sabhava Durgandhi Vinindhitantare Kalevare Mutre Purishi Bhavite Ramanti Mura Biramanti Panditaha Amitapurne Kamikita Sankule Sabhava Durgandhi Vinindhitantare Kalevare Mutre Purishi Bhavite Ramanti Mura Biramanti Panditaha Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, что люди заняты телом, погружены в концепцию, в телесную концепцию. Именно поэтому они не могут совершить прогресс в баджане. Они постоянно заняты заботами о собственном теле. Не задумываются о атме, которая находится внутри тела. Это касается практически всех. Практически все совершенно не думают о благе, которое они могут принести атме. Институты, школы, образовательные учреждения. Приглашают на учебу. Совершая это под девизом, мы готовы оказать служение каждому. Но они не задаются вопросом, для чего они это делают. Гудимат критикует, что якобы он не занимается никакой социальной деятельностью, не дает образование неграмотным, не распространяет лекарства, одежду нищим. И даже те, кто с внешней точки зрения присоединились к Гаудия Матху, полон сомнений в связи с тем, что им кажется, что Гаудия Матх не совершает никакой полезной для общества деятельности. В действительности, мы — это атма, я — это атма. Поэтому Гаудия Матх, миссия Гаудия Матха — освободить обусловленные души из материальных оков. Именно такое служение выполняет Гаудия Матх. Нитай Субаш Чандра Гош был знаменитой личностью, борцом за свободу. И он занимал большой общественный пост. Он приехал встретиться с Шрилой Прабхупадой, предложил ему поклон и задавал много вопросов. В ходе беседы он сказал: «В вашем матхе много брамачари и саньяси. Не могли бы вы дать их мне, чтобы мы сражались за освобождение Индии?» В ответ Прабхупада рассмеялся. You are busy with this kind of liberty.
вы пытаетесь освободить Индию на таком уровне, но в действительности то, чего вы добиваетесь свободой, в подлинном смысле не является. Поскольку вы пытаетесь достигнуть не вечной свободы. Вы читали Гиту? В этом стихе говорится, что в один день вам придется оставить это тело. Все, что связано с ним, временно, так же, как оно само. В этой жизни вы родились в Индии и считаете ее своей родиной. Поэтому готовы сражаться с англичанами, которые колонизировали Индию. Но если в следующей жизни вы родитесь в Англии, вы станете воспринимать жителей Индии как своих врагов. Мы же хотим обрести свободу вечную. В мире полно организаций разного рода. Которые заявляют, что не имеют корыстных интересов, а служат, бескорыстно служат обществу. Мы делаем все бесплатно, заявляют они. Но если углубиться в их концепцию, мы увидим, что хоть они и заявляют подобное, за этим стоят огромные корыстные интересы. Хотя они пытаются показать, что занимаются благотворительной деятельностью, на самом деле им это выгодно. Им их деятельность приносит выгоду. Итак, люди преследуют корыстные интересы. Или благотворительную деятельность. То есть люди сконцентрированы на этих двух концепциях. Корыстные интересы и их отсутствие. Но вайшнавам они совершенно не интересны, поскольку вайшнавы сосредоточены на третьей концепции. Парартха парата. Они стремятся принести абсолютное благо людям. И это могут сделать лишь гуру и вайшнавы. Не те, кто переоделись в одежде вайшнавов. Лишь настоящие преданные. Гуру Падма говорил, что Прабхупад не позволял кому бы то ни было затрагивать возвышенные темы в ходе Харикатхи. Прабхупад всегда внимательно наблюдал за положением каждого преданного, за состоянием, и в соответствии с их уровнем давал им необходимое лекарство, которое способствовало их развитию. Саммандхи-гьян, саммандхи-видья-прайджан-гьян,
В первой песне, первой шлоке, с первой песни, с первой шлоки, заканчивая девятой песнью, то есть Прабхупад говорил преданным изучать с первой по девятой песню Шримад Бхагаватам. Говорится, Прабхупад говорил, что только Бхагават может по-настоящему понять Шримад Бхагаватам. Бхакта Бхагават. И лишь если гуру даст на то свое разрешение, вы можете слушать десятую песню, но при условии, что будете находиться под руководством возвышенного вайшнава. Но после изучения 10 главы необходимо приступить к 11 и 12 главе. Это обязательно. Недавно один преданный задал мне вопрос. Последняя шлока Шримад Бхагаватам гласит: Кайвалья — наша конечная цель. Но вопрос в том, что подразумевается под этим словом, что значит Кайвалья. Кайвалья Майвади и Кайвалья преданных абсолютно разные вещи. Что говорит Шридхар Свамипад в отношении этого? Майвади дают неправильное толкование этого слова. Подлинное значение этого слова — обрести Кришна-прему. Если вы хотите познать абсолютное значение этого слова, Кайвалья — это единение с Кришной, а это возможно лишь после того, как мы обретем Кришна-прему. И Прабхупад говорил, что если вы по-настоящему хотите обрести Кришна-прему, необходимо изучить Шримад Бхагаватам с первой по девятую песнь с большим вниманием. И конечная тема, которую затрагивает Шримад Бхагаватам, заключается в том, что является нашей главной целью, конечной целью. С самого начала до конца Шримад Бхагаватам раскрываются эти темы. Шримад Бхагаватам необходимо изучать последовательно, и невозможно сделать это так же, будто бы запрыгивая на дерево, то есть лишь последнее изучение.
Если мы с успехом ознакомились с первыми девятью главами, обладаем анугатией, находимся в анугатии, под руководством подлинного гуру, мы можем приступить к изучению десятой песни. Поскольку могущественный гуру может спасти нас от неправильного понимания Шри Кришны. Гурупад Падма говорил, что даже что Прабхупад был очень строг даже по отношению Балалила. Что уж говорить о Мадхури Алиле? Он порой ругал преданных. Кто разрешил вам читать это? Если вы будете читать, то можете неправильно понять Кришну и совершите тем самым оскорбление, которое приведет вас к падению. После изучения десятой песни необходимо приступить к одиннадцатой, двенадцатой песне. Если вы не поймете их, все ваше чтение, изучение Шримад Бхагаватам бесполезно, тщетно. Это все равно, что поесть роскошную пищу, тяжелую пищу, а потом не принять таблетки, которые помогут переварить, возникнет много проблем, несварение. Не каждый Махабхагавата имеет право обсуждать Расалилу. Махабхагавата тоже имеет свою градацию. Несмотря на то, что Парикшит Махарадж был Махабхагавата Вайшнавом, тем не менее он смог переварить Шримад Бхагаватам лишь при помощи Шукадева Госвами. И именно поэтому впоследствии он смог вкратце пересказать то, что услышал от Шукадева Госвами в форме Брихат Бхагаватамриты. Несмотря на то, что Бхагаватам сам является Амритой, Парикшит Махарадж смог извлечь нектар нектара в суть и пересказал. Как мы знаем, Санатан Госвами написал Брихат Бхагаватамриту, а затем Рупа Госвами написал Лагу Бхагаватамрита. То есть это суть Брихат Бхагаватамрита. То есть Брихат Бхагаватамрита Санатан Госвами огромная, состоит из нескольких томов. И впоследствии Рупа Госвами написал Лагу Бхагаватамритам, которая содержит в себе самую суть Брихат Бхагаватамритам. Parikshit Maharaj was successful, and that is why we see in between so many questions. Parikshit Maharaj putting question, na? When Rasa Lila going on, starting, why Krishna doing this? На протяжении Харикатхи Парикшит Махарадж постоянно задавал вопросы. Почему Кришна так поступил? Ведь это, казалось бы, неправильно с точки зрения социальных норм. И благодаря вопросам Парикшит Махараджа нам известны ответы Шукадева Госвами на них.
that question, different kind of question, were appreciated by Gurudev. Bariyane shate prashna kito loka hito nipaha atmavit sanmataha pungsam shatopbadishu yapara. But speaking, Шукадев Госвами по достоинству оценил вопросы своего ученика Парикшит Махараджа. Какие же вопросы он задавал? Всевозможные. Различные вопросы, которые помогают нам в точности понять Таттва Сиддханту и дойти до конечной, до высшего уровня, когда мы сможем слушать о возвышеннейших лилах Кришны. Итак, вопрос Парикшит Махараджа. Один из вопросов. Кришна самодостаточен, он вечно счастлив. Так почему же он совершает игры с гопи? Для чего ему это? К тому же общество не может понять подобное поведение, не может принять такие поступки. Я думаю, что все-таки это неподобающее поведение. И в ответ Шукадев Госвами говорит: Раджан, царь, тот, кто находится в сердце каждого, как параматма, в виде параматмы, гопикас и их husband, everywhere Krishna. Он находится и в сердцах гопи, и в сердцах их мужей. Он параматма, он сверхдуша, он все и вся. Никто в этом материальном мире, во всех мирах, не может найти недостатка в Кришне, поскольку Кришна повсюду, он Адвайя Гьяна Таттва. Кто мы такие, чтобы выискивать недостатки в нем? Он верховно наслаждающийся, и в то же время он абсолютно отречен. That's why so many question and answer given there. Prabhupada used to give advice to everybody to go through 11th canto very, very carefully. Прабхупад каждому советовал очень внимательно изучать 11-ю песнь Шриман Бхагаватам. All your spiritual career finish. Guru Padmama many times. Он говорил, что если вы не станете делать этого, вашему преданному служению придет конец. Гурупад Падма говорил, что если вы не поймете Санатана Шикша, Рупа Шикша, Рай Рамананда Самбад, вы не можете считаться Гауди Вайшнавом. Если вы по-настоящему не поймете эти писания, если не сможете понять сиддханту, которая заложена там, вас нельзя называть преданным. Шукадев Госвами говорит: гопи, all gopikas, and their husband everywhere. All dust particle everywhere Krishna.
Кришна повсюду. Кришна в сердцах гопи, Кришна в пыли Вриндавана. Когда Хираньякашипу сказал Прохладу, кто защитит тебя? Мой Прабху, ответил Прохлад. Я под его защитой, точно так же, как и ты. Хираньякашипу попросил, а можешь мне его показать? Может быть, он в этой колонне? Он ударил по колонне, и из нее вышел Нрисингхадев. В Бхагавата Махапуране говорится, мой преданный, мой севак никогда не лгет. Для того, чтобы доказать слова своего преданного, Нрисингхадев вышел из колонны. Тем самым он доказал, что Бхагаван действительно находится повсюду. To play with all devotees, to fulfill the desire of all devotees, to fulfill the desire of all. Для того, чтобы исполнить желание всех преданных, чтобы исполнить желание своих преданных, Бхагаван совершает игры. У него нет никаких корыстных, эгоистичных интересов. So it's impossible to realize. We are not body, we are atma. Мы не тело, мы атма. И для нас понять это очень сложно. Знаете Хамсагиту? В ней Бхагаван говорит, Удаве, однажды у Чатуршана появился вопрос. Он задал его Брахме. Брахма был его отцом. Но Брахма был очень занят. Поэтому он не смог в точности понять вопрос. Вопрос звучал так. Как может читта, то есть сознание, войти в материю, а материя в сознание? Как подобное возможно? Как сознающая частица может почувствовать влечение к материи? Как читта может войти в материю, а материя войти в читту? Брахма, для того, чтобы дать ответ, сосредоточился на лотосных стопах Бхагавана. Но в то время он был очень занят творением. Тут же Бхагаван предстал перед Брахмой в облике лебедя. Брахма находился на берегу большого озера, и в этом озере появился лебедь, а точнее Бхагаван в форме лебедя. Он подплыл к Чатуршане. И Чатуршан спросил, кто ты? Ко Бхаван звучит этот вопрос на Бенгале, простите, на санскрите.
И это почтительное обращение. Бенгали, хинди — не такие простые языки, как, к примеру, английский, а санскрит еще гораздо сложнее, чем даже хинди и бенгали. И имеет огромное количество вариаций. Хамса начал, лебедь начал говорить, что за вопрос ты задаешь мне? Ты считаешь, это подобающий вопрос? Есть в нем какой-то смысл? Чатуршан был в недоумении, услышав его ответ. И Бхагаван Бхагаван сказал, в этом мире существует лишь одна татва, агьяна, а два агьяна татва. Чатуршан подумал, что этот лебедь не похож на обычного лебедя. Он продолжил, лебедь продолжен. Атма никак не связана с материей. Так как же она может испытывать счастье и страдания от материальных действий? Дживатма чинмоя, трансцендентно. Но из-за своей кармы, плодов собственных, плодов своей деятельности, с бесконечных, с незапамятных времен она скитается по материальным мирам. Несмотря на то, что атма никак не связана с материей. Бхагаван объясняет, что существует видья и авидья. Видья дарует, то есть знания дарует освобождение, а видья, напротив, обуславливает живое существо. Но и видья, и авидья созданы Бхагаваном. Несмотря на то, что атма полностью трансцендентна и никак не связана с материей, атма создает иллюзию, из-за которой живое существо начинает думать, что оно страдает или испытывает счастье. Это всего-навсего иллюзия майя. Гипноз. Один
Фокусы, кажется, то есть когда опытный фокусник показывает фокусы, они кажутся нам реальностью. И таким образом Бхагаван объясняет, что все это происходит из-за по могуществу моей майи. Из-за нее люди думают, принимают за истину то, что ей не является. All mud, you know, soil. After that, what you can air, fire, space. Земля, огонь, вода, воздух. You know it very well, but you cannot realize. Пять элементов. You can memorize and speak in front of public, but you cannot realize that I am not this body. I am Atma. Из которых состоит наше тело. И мы мы хорошо знаем, что мы не это тело, но не можем это осознать. Внутри нашего грубого тела находится тонкое тело. Которое не состоит как грубое тело из пяти материальных элементов. Но, тем не менее, оно также материально. Тонкое тело состоит из ума, разума, ложного эго и читта. Если бы не было ложного эго, мы не чувствовали бы необходимость совершать то или иное действие. Существует два вида эго — ложное и совершенное, подлинное. Эго присутствует в любом случае, но эго бывает чистым. К примеру, я — Кришна Дас. Когда один ракшас поймал Ханумана, Хануман был очень-очень сильным. Еще когда он был маленьким, он вершил невероятные вещи. Настолько был могущественным, но он специально поддался демонам, чтобы они, ракшасам, чтобы они схватили и привели его к Раване. Равана сидел на высоком троне. И тогда Хануманджи увеличился в размерах, точнее, размотал свой хвост. И получилось так, что Хануман занял, то есть стал выше Раваны. Тогда Равана начал расспрашивать его, кто ты, а Сита в тонком, то есть в тонкой форме на ухо прошептал ему, что скажи, что ты слуга Рам. И он сказал это, а Равана сказал,
Я думал, ты царь какой-то огромной страны, а ты какой-то слуга. Хануманджи Махарадж гордо сказал, да, я слуга, слуга Рамджи Махараджа, Бхагавана Рамджи Махараджа, а ты слуга Майя. И в действительности это тоже ложное эго, то есть то, что Хануманджи Махарадж считал себя слугой Рама, но это подлинное эго. У обусловленной души эго материальное, ложное, и именно из-за этого она закована в материальный мир. Но мы должны трансформировать свое ложное эго в эго подлинное, в осознание того, что мы являемся слугой Господа. Что, какова деятельность ума? Он принимает и отвергает. Санкалпа, викалпа. Принимает и отвергает. Такова природа ума. Он то принимает решение, то отказывается от него. И посмотрите, мы это наглядно видим, что природа обусловленной души призывать проблемы в свою жизнь, создавать себе проблемы, а потом страдать от них. Пара примеров этому. Прославление Бхагаватам описывается история Атмадева, брахмана из Южной Индии. Он был брахманом, но у него не было детей. И он переживал, кто же поднесет мне стакан воды в момент смерти, то есть кто совершит все обряды после моего ухода. То есть это традиция в ведической культуре, которую совершать очень важно. Он очень переживал и в конце концов отправился в лес, чтобы покончить жизнь самоубийством. Но по пути он встретил саду, саньяси. Саньяси спросил, почему ты плачешь? У меня огромная проблема, у меня нет детей. Возвышенный саньяси ответил, по твоей судьбе еще 7 жизней тебе не положено иметь ребенка.
нет, мне нужен сын, иначе я покончу жизнь самоубийством. И когда он уже был готов сделать это, саньяси остановил его. Он дал ему мантру. Он дал ему мантру и фрукт. Какой-то фрукт. Сказал, дай его своей жене. И тогда она родит тебе ребенка. Царь был невероятно счастлив. Он вернулся к жене, дал ей этот фрукт. Но жена его была опасная женщина. Она не собиралась беременеть, рожать ребенка. И вместо того, чтобы съесть самой, этот плод отдала его своей сестре. Она жила в доме своей сестры, а затем ребенка сестры она взяла и выдала за своего ребенка. И Атмадев принял его, поверил, и этот ребенок, когда вырос, стал разбойником. Он принес много страданий своей семье. Он воровал деньги у родителей, занимался разбойством, пил алкоголь, ходил к блудницам. И он принес столько страданий своему отцу, что Атмадев вновь отправился в лес, чтобы покончить жизнь самоубийством. Когда он в первый раз пошел в лес, какова была его причина? Он хотел ребенка. Он был готов совершать, то есть он думал, я совершил уже столько аскез, но Бхагаван не благоволит моему желанию, поэтому я покончу жизнь самоубийством. Но теперь он пришел с той же целью. Из-за того, что у него появился этот ребенок, то есть он взмолился Бхагавану, почему у меня родился такой сын? То есть, посмотрите, это природа ума. Он то принимает, то отвергает. И, к примеру, Рабиндранатх Тагор в одном из своих киртанов написал, «Я стремлюсь к чему-то, потом получаю это и уже больше не хочу этого». То, что я хочу сейчас, это в действительности моя, не что иное, как моя ошибка. То есть прежде чем чего-то хотеть, нужно хорошо взвесить, действительно ли нам это нужно. Проблема ума в том, что мне необходимо по-настоящему. Этого я не хочу. То, что может принести мне подлинное удовлетворение, я не хочу. Итак, обусловленная душа склонна принимать решения, отвергать их. Отвергать, а потом снова принимать.
business or factory or any economical matter, you know, everything depend upon your decision making. В бизнесе все зависит от возможности принимать правильные решения. В любой организации. То есть, если вы принимаете какие-то ошибочные решения, успеха ваша организация не достигнет. Таким образом, функция ума — принимать и отвергать. Махапрабху объясняет, что читта подобно чистому зеркалу. Поэтому он и приводит эту первую шлоку. Он сравнивает наше читта с чистым зеркалом. Разве мы можем увидеть свое отражение в пыльном зеркале? Если чистое зеркало положить на много лет где-нибудь, оно обрастет пылью, и вы уже не сможете увидеть себя в нем. В Бангладеш один человек нашел монету, золотую монету в земле при... То есть, и потом он отнес его археологам, они спросили, где ты это нашел, стали копать, проводить раскопки там, и раскопали целый дворец. Нашли даже зеркало царицы. Вначале не смогли понять, что это, но потом, очистив, они поняли, что это необычайно дорогое зеркальце. Иногда в Бхагаватам читта сравнивается с отражением в чистом озере. Вода не только зеркально чистая, но и абсолютно спокойная, без всяких волн. В детстве мы бросали камни в озеро, и нам нравилось, как расходились волны от камня. Так вот, тут речь идет о гладкой поверхности воды. На самом деле, я тогда, будучи ребенком, не понимал, но вот в этом как раз-таки заложена глубокая сиддханта. Нам нравилось, когда мы... Нравилось бросать камнями в озеро. Но сейчас я понимаю, что... Эти камни создавали волны на поверхности воды, и что же это за... Что они олицетворяют?
материю. То есть, когда мы видим что-то привлекательное, наш ум тут же становится взбудоражен. Теряет покой. То есть озеро само по себе спокойно. Поверхность воды абсолютно гладкая, но если бросить в него камень, оно покроется волнами, кругами. И точно так же ум. Ум может быть спокоен в своем изначальном состоянии, но когда мы видим объект наслаждения, он притягивается и теряет покой. В жизни каждого из нас есть какие-то случаи, которые произошли очень давно, но мы не можем их забыть, поскольку они такой отпечаток, такое впечатление на нас произвели. Все равно, что видеокамера, которая запечатлевает, Итак, ум. After that, your intellect, buddhi is called director. Buddhi is called director. Будхи принимает решение. Он выступает как босс, как директор. Интеллект, разум анализирует. То есть он... Мы сталкиваемся с какими-то обстоятельствами, но именно интеллект выносит решение, как мы должны воспринимать его, как действовать, как, насколько, как, что чувствовать. Но в действительности материальный разум — не что иное, как майя. Точно так же, как материальная читта. Они не имеют ничего общего с атмой. Нам кажется, что если все наше поколение верило в это, то это правда, но это не так, потому что это всего-навсего майя. Если бы у нас не было ложного эго, у нас не было бы вдохновения совершать какие-то материальные действия. Не будь у людей ложного эго, они не стали бы жениться, не стали бы учиться. И в процессе жизни они обретают разные отождествления. Я доктор, я президент, я тот, я этот. Бесчисленные титулы, то есть бесчисленные... отождествление, которое создает майя. Даже то, что Индра считает себя царем, тоже не что иное, как влияние майя. Она создает бесчисленные виды отождествления.
out of that. Anyhow, you cannot go out of that. И мы никак не можем выйти из-под ее влияния, потому что у нас нет сил сделать это. Однако по милости Гурудева мы сможем выйти из-под ее влияния. Весь наш баджан от начала до конца — милость Гуру, то есть он осуществляется лишь под руководством Гуру. Если вы по-настоящему удачливы, вы встретите садгуру и получите, а получить его милость не так уж и просто. Мы видели, как перед садгуру, то есть к садгуру приходили люди тысячами, но кто по-настоящему получил его милость? Это главный вопрос. Все, казалось бы, приходят к саду получить, принять у него прибежище. Но кто по-настоящему обрел его милость, его подлинную милость? Такой человек станет, такой преданный станет настолько могущественным, что может пролить свет на весь мир. Один преданный может спасти весь мир. Один подлинный преданный в Гаудиамадхе может, Гаудиамадха сможет спасти весь мир. Настолько он могущественен. Но тысячи людей, которые заняты материальными вопросами, никак не могут способствовать этому. Обрели ли они милость Гуру? Должны быть признаки Гуру Крипы, у нее есть признаки, так если они не проявлены в них. Но как же можно обрести Гуру Крипу? У Гуру может быть много учеников, но кто из них сможет получить его милость? И Авадхут Махарадж объясняет, что если ваше сердце Gurudev, his heart, and the heart of the disciple who is going to take, try to understand what it means. Who want to take shelter of Gurudev, his heart, and the heart of Gurudev, same. Станет единым с Гуру, с сердцем Гуру. Если ваше сердце станет единым сердцем Гуру, между ними не будет никакой разницы. Да, конечно, сердце, то есть Гуру занимает возвышенное положение, и невозможно, чтобы наше сердце стало, заняло такой же уровень, как и его сердце. Но речь идет о том, что когда, о том, когда Гуру, когда ученик по-настоящему предается, Гуру берет за него ответственность. Когда вы полностью предаетесь, могущество Гуру передается в сердце ученика. Именно поэтому в Чайтанья Чаритамрите сказано: Дикха кале Кришна каре атма самапа. At the time of Диксха, Шишша, disciple when 100% inclined,
Предавшийся ученик во время дикши получает могущество гуру. Точнее, могущество Кришны, которое передается ученику через гуру. Постарайтесь понять значение этих слов. Когда ученик полностью предался лотосным стопам гуру, через гуру, к нему приходит могущество, сила, энергия Кришны. Так что Господь, Кришна, дает, возвышает этого ученика практически до уровня гуру. Другими словами, он помогает ему достигнуть платформы осознаний, на которой находится гуру, высшей платформы, чтобы он смог соприкоснуться с четан-васту, с чайтаньей. Кришна Чайтанья является источником всех четан, всего сознания. Всех сознающих существ. Who is going to take diksha is 100% inclined, no duplicity, nothing, is coming to be saved. Is coming to be saved. Oh, save me. Когда ученик приходит к гуру лишь для того, чтобы, не имея никаких корыстных мотивов, лишь для того, чтобы спастись, он искренен. Как Ишвара Парипад сказал, я... Как Махапрабху сказал Ишваре Парипаду, «Мое тело — твое». Спаси меня. Помоги мне выбраться из этого океана мирских страданий, из океана Майи. Он не только говорит, он доказывает свое предание. То есть, когда ученик полностью предался Кришна через гуру возвышает его до уровня гуру. Потому что если он занимает, если ученик занимает более низшее положение, чем гуру, он не может оказывать ему настоящее служение. Севак. Объект служения и само служение должны находиться на одной платформе, на одном уровне. Если они находятся на разных уровнях, служение не выйдет. Именно таким образом ученик получает энергию, силу. И, конечно же, я сейчас говорю о подлинном гуру, о садгуру, о самосознавшей себя душе. I wanted to explain the case. I cannot say Gurudev heart is my heart. This is atrocity.
But anyway, it will, anyway, this will happen. Anyway, this will happen. Ki Gurudev can make me, or I can, by the power of Krishna, I can make a harmonize with Gurudev. That means, that is why heart of Guru Padma and the heart of a genuine disciple all same. И таким образом мы видим, что сердце гуру и сердце подлинного ученика единое. Как в случае с Вамана Госвами Махараджем, его сердце было полностью едино с сердцем его духовного учителя Шрилы Кешава Госвами Махараджа. Я за всю свою жизнь то есть ни разу не видел какого-то недостатка в том, что он писал, в том, что он говорил. Поскольку он был полностью в полном единении с Шрила Кешава Госвами Махараджем. Если вы сможете достигнуть такого состояния, такого уровня, когда вы полностью предадитесь Шигуру, то есть сделайте свое сердце единым. Вы слышали о Минкетана Рамдасе, дорогом спутнике Нитянанды Прабху? Он был всегда переполнен премой, словно одурманенный. Однажды он пришел в дом Кришнадас Кавирадж Госвами на праздник. Это рассказ Кришнадас Кавирадж Госвами. Его пригласили, он пришел, раздал свою милость. То есть всех побил своей дандой. Как это бывает с пандами Джаганнатха. Вы знаете, что там происходит? Когда панды бьют тех, кто приносит пранами, палкой от бананового дерева, веткой от бананового дерева. Или Абхирам Такур, у него была плетка. Он жил в Хугли, Таракешваре, там Шив Мандир, и там же его это место посетил Бхактинат Такур. Там находится сада Шива, необыкновенный Шива. Я с самого детства посещал это место, поклонялся ему. Носили воду для его омовения за сотни километров. И рядом с этим местом находится станция, где Канакпур, храм Абхирам Гопала. Так вот, у него был кнут, и он бил тех, кто приходил за премой, кто выражал свое желание обрести Кришна прему, он бил такого человека, и тот сразу обретал прему. Так вот, когда вы приведете свое сердце в гармонию с сердцем Гурупада Падмы, уйдут все трудности, препятствия, проблемы. Hello.
then that exchange of view can be very perfect. В таком случае восприятие Харикатхи будет наиболее продуктивным, полноценным. Water can be mixed with water. And if water is there, you can put 1 liter water more, no problem. If you are going to add some oil to it, while suppose mustard oil is there. Если воду смешать с водой, они просто перемешаются, и не будет видно, что они из разных бутылок. Но если воду смешать с маслом, смешание их соединения не произойдет, то есть масло будет плавать наверху. На поверхности. Как бы вы ни старались. Потому что они обладают полностью разной природой, разными качествами. Точно так же. Если сердце гуру, качество гуру схоже с качествами сердца ученика, то есть имеется в виду, они находятся на одном уровне, и они имеют одну и ту же природу, успех неминуем, гарантирован, безусловен, потому что соединение происходит легко и полноценно. Ученик легко принимает наставления гуру, легко понимает их. Все равно, что смешать воду из одной бутылки с водой из другой, или молоко с одного пакета с молоком из другого. I can give answer tomorrow also, today not possible, madam. So this way we see, there was a, what the question I started there, the question by Chatusha. I can give answer, today I can stop, tomorrow I can again. Я начал с вопроса Чатушана. The question of Chatusha was, who are you? Который звучал так: «Кто ты?» Для того, чтобы объяснить ответ на этот вопрос, мне пришлось сказать все, о чем я говорил выше. Когда Бхагаван спросил, подобающий ли это вопрос, имеет ли он какой-то смысл, Чатушан понял, что перед ним не обыкновенный лебедь. Похоже, это сам Бхагаван. Я в действительности только что объяснил ответ на этот вопрос. Материя смешивается с материей. Если ваш ум материален, ваше сознание материально, вы легко можете, вы смешиваетесь с материей, то есть соединяетесь с ней. Сознание материально, и материя окружает нас, поэтому... Этот процесс смешания естественный. It's become a very fine technology by Mayadevi. How is possible, you know? Though you know, it's all Maya, but still nobody can stop Maya. Everybody knows, they're hearing, oh, Maya, Maya.
But in practical, they are failures. They know it is Maya. They can give lecture. Все мы знаем о влиянии майя, можем давать лекции об этом. Но что, как дело доходит до практики, как доходит до дела, мы терпим поражение. Вчера мы говорили о Пингале, о ее спасении. Чатья-гуру, который находился в ее сердце, наставил ее на истинный путь. Точно так же Чатья-гуру, который находится в нашем сердце, помогает нам осознать шастры. Без помощи Чатья-гуру мы можем слушать, до определенной степени воспринимать, но полного осознания не получим. Об этом говорил и Шрила Бхакти Валабхатиртха Госвами Махарадж. One man feeling reaction out of that. This Siddhanta. Many times I told Siddhanta same thing, Siddhanta. But particularly that day. Я много раз говорил одно и то же в течение Харикатхи. Но и один слушатель постоянно слушал то, что я говорю. Но однажды в один из дней, когда я говорил Харикатху, он внезапно получил осознание. Почему это произошло именно тогда? Потому что Чатья-гуру помог ему. Почему сердце одного так твердо и ничего не может понять, а сердце другого восприимчиво и осознает все? Благодаря Чатья-гуру, который пребывает здесь. How it was possible for that cross, I mean, Pingala to change the life? Why? He's. Так вот почему же Пингала именно в этот день почувствовала эти осознания, получила эти осознания? Ведь она долгое время. Занималась этой деятельностью. Но именно в тот день она решила покончить этому, положить этому конец. Ей стало стыдно за все, что она делала. But by chance that day, I can give example, not only you speaking. Particularly that day, when he is coming in front of Guru Vaishnava, he started crying. Один человек долго грешил, совершал какое-то греховное, что-то греховное. Но в один определенный день, придя к Гуру и Вайшнавам, он начал рыдать и раскаиваться. И в действительности, когда мы раскаиваемся, когда мы сокрушаемся о том, о тех ошибках, которые совершили в прошлом,
Бхагаван приходит нам на помощь. Благодаря раскаянию происходит очищение. Плоды греховной деятельности сходят на нет. Но суть в том, чтобы мы взывали к Кришне. Итак, именно в тот день Пингала решила покончить со своей греховной жизнью. Потому что именно в тот день Авадхут Саньяси пришел в то место, где жила она, и она получила его даршан. Она говорит, я бежала за деньгами и в этой погоне лишилась всего. Я даже не задумывалась о бренности жизни. И только сейчас я понимаю, сколько ошибок совершила. Бхагаватам смерть сравнивается со змеей, с питоном. Она очень тихо подкрадывается и внезапно кусает нас. Я знаю много подобных случаев во Вриндаване, здесь, около Катвы. Одного бедного человека укусила змея, которая спряталась в его комнате. Змея может подкрасться очень тихо, не издавая ни звука, и внезапно укусить. Все равно, что смерть сравнивает со змеей. Никто не знает, когда и как она придет. Она придет очень тихо, и вам придется покинуть этот мир. И сейчас я должна помочь себе, говорит, думает она. Что говорит Бхагаван в Гите по поводу этого? Даже на английском есть такая поговорка: тот, кто Господь помогает тем, кто помогает себе сам. То же самое Бхагаван говорит в Гите. Помоги себе попытками выбраться из оков майя. Не погружай свою атму в самые низы мирского существования. Пингала принимает решение, что теперь я не хочу больше заниматься тем, что делала прежде.
лучше я стану наслаждаться отношениями с... Верховным Прабху, с Кришной. Как это было с Мирабай. Ее спрашивали, когда она была маленькой, за кого ты выйдешь? Она говорила, за Кришну, за, только за Кришну. Она постоянно говорила, что выйдет замуж за Кришну. Она была полна решимости. Хоть ее выдали замуж, она не стала жить со своим мужем. Царь подослал, послал ей фрукту, фрукты в корзине, в которых была спрятана змея, и она должна была укусить Мирабай. Но как только она открыла корзину, змея выскочила, но Мирабай закрыла свои глаза и предстала перед собой Шри Кришна. И когда она открыла глаза, вместо змеи было уже изображение, изваяние Господа. When you are successful to kick out all your, you know, poisonous decision, then you can take rest night. You can sleep nicely night time. Eh? Лишь когда вы... When you are successful to kick out all poisonous decision, откажетесь от активности своего ума, то есть прекратите принимать какие-то решения, и вы сможете спокойно спать. Когда отключали электричество, я жил спокойно, жил без вентилятора, когда жара, хотя... А вы привыкли искать счастье вовне. Так же, как это делала Пингала. И лишь когда она отказалась от деятельности своего ума, от того, чтобы принимать какие-либо решения, она смогла спать спокойно. Nairasham paramasukham. To have no plan and program, except Bhagavata Seva. Не должно быть никаких планов, кроме Бхагавата Сева. И именно это сделает нас счастливыми. Проблемы приходят, когда мы строим планы. Возникает одна проблема, мы ее решаем и думаем, что сейчас подзаработаем. Пока решаем одну, уже появляется вторая. Думаем, как приумножить свои сбережения. И все это не дает нам спать, спокойно спать.
Нас мучают кошмары, что нам снится, что мы задолжали кому-то большую сумму денег и не знаем, как выплатить. Смысл в том, что днем люди заняты в погоне за материальными вещами, и даже во сне не могут отдохнуть, им снятся разные кошмары. Они сталкиваются с проблемами даже во сне и пытаются их разрешить. Но в жизни гуру и вайшнавов проблем нет. Когда Пингала отказалась от материальных желаний, она смогла спокойно спать. И мы также должны пойти по ее стопам, поскольку Харибаджан является единственным решением всех наших проблем. Нет другого решения. Попытайтесь найти, но у вас ничего не выйдет. Помните шлоку, с которой я начал? С чего я начал сегодня? Тело состоит из мочи и испражнений. My throat is choked up, you know. That's why I can do kirtan loudly, but now.
Самедхапурне кримикита санкуле сабхава дурганди бининди тантари калеваре мутре пуриша бхавите раманти мура бираманти пандитаха ванчакалпатру сикбасна. Патитананг павана бхавишна.